Наблюдатели ОБСЕ констатируют, что обстановка в зоне конфликта на востоке Украины в последние дни обострилась. Об этом говорится в свежем отчете миссии, работающей в регионе. Ответственность за обстрелы, новые жертвы, ополченцы и украинские силовики возлагают друг на друга, обмениваясь взаимными обвинениями в нарушении режима перемирия. Только за сутки в Донецкой области таких случаев десятки. Репортаж Дениса Давыдова. Побили все. Все побили. Вот хорошо, что приехали. Здравствуйте. Увидев камеру, местные жители бегут на улицу, в чем есть. Журналисты сюда приезжают редко. Позиции украинской армии всего в километре от этих домов. Артиллерия рабить, ну, начала, видно, уже бить. Потому что так, говорю, дом прыгал и все танцевало. И, ну, вот видите, сами говорю, что люди в подвал не успели убежать. Как это освободители могут приезжать и убивать нас? За что? От кого нас освобождают? Мы сидели в погребе, у нас погреб покосился, это невыносимо было. Потом, когда вышли на улицу, тут вообще страшно было. Все поразбито, люди. Вот здесь два человека погибло. Вот здесь вот человек погиб с работы, шел. Больше 10 человек ранены. Машины скорой помощи вывозили их из-под обстрела. Для Вячеслава ждать затишья было смертельно опасно. Осколками побило ногу. Руки прострелены осколками насквозь. От взрыва проснулись. Сказал, чтобы сын, жена одевались. Пошел, открыл погреб. И только приготовились выходить, и тут во дворе бах, и все. Частный сектор обстреливали несколько часов. Минометы, танки, гранатометы. От некоторых домов камня на камне не оставили. Во время артобстрела первым был разрушен вот этот дом. Одно прямое попадание гаубицы, от него остались одни руины. Каким-то чудом выжила хозяйка с тяжелейшими ранениями, без сознания, ее увезли в больницу. Охраняет разрушенный дом хозяйский пес. Заборы, как решето, пробиты осколками. Они и были основной поражающей силой. Соседа этого мужчины тяжело ранило в живот. Ему самому повезло. Успел спрятаться в погребе. Он в огороде, он воронка. Вот перед гаражом, что гараж. И вот сзади вас воронка. У меня овчар был, красавец, собачок. Вот ребята видели, знают. Я его с ним гулял. Все, нету. Как только обстрелы прекратились, жители начали приводить в порядок подворье. Их дома оказались без света и газа, еще и водопровод перебит. Аварийные службы работали на месте весь день. К ночи все обещали отремонтировать.